По железной дороге Баку-Тбилиси-Карс в Россию прибыл первый поезд с экспортными товарами из Турции. В Калуге состоялась церемония встречи первого грузового состава, отбывшего 29 января из Турции по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Состав доставил заказчикам около 4000 единиц стиральных машин, печей и духовок турецкого производства. На церемонии встречи состава принял участие посол Турции в Москве Мехмет Самсар. Дипломат дал высокую оценку темпам развития турецко-российских связей, в том числе в экономической сфере. Отношения между Турцией и Россией укрепляются во всех сферах, подчеркнул посол. По словам Самсара, Анкара и Москва полны решимости довести товарооборот до показателя в 100 миллиардов долларов. Именно эта цель поставлена президентами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным. Баку-Тбилиси-Карс является важным звеном железного шелкового пути. «Мы очень рады встрече первого грузового состава из Турции», – сказал посол. Самсар выразил уверенность в том, что грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс внесут важный вклад в экономическое сотрудничество Турции и России, укрепят мосты дружбы между народами. Высокую оценку налаживанию железнодорожного сообщения с Турцией дал и первый заместитель гендиректора Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Сергей Павлов.